За столом переговоров в деловом костюме, в неформальной обстановке, в спортивном. Команда Кабинета министров Чувашии провела очередной товарищеский матч. В этот раз волейбольный. Соперниками стали сотрудники Сбербанка России. Команда правительства Чувашии, которую возглавляет Михаил Игнатьев, настроена только на победу. Что в работе, что в спортивном зале. Занятия физической культурой давно стали хорошей привычкой главы республики и руководителей исполнительных органов власти. Сотрудники Сбербанка тоже не новички на спортплощадке. Здоровому образу жизни в компании уделяют большое внимание. Сегодня у нас дружественный матч с руководителями Чувашской республики. Для нас это еще один раз повод показать те ценности, которые мы поддерживаем, и тот образ жизни, который мы ведем в банке. Мы очень похожи в этом смысле. Я знаю, что и глава республики постоянно играет в волейбол. И практически все наши руководители в банке тоже постоянно на спортивных площадках. Команда Кабинета министров собралась действительно достойная. Но и соперник оказался не из легких. Несмотря на то, что правительство республики и банк давние партнеры, снисходительности со стороны игроков не наблюдалось. Уступать никто не собирался. Команда министров серьезно относится к этому делу. То есть спортом занимается в удовольствие. Ты понимаешь команду. В работе одна сторона человека раскрывается. А в спорте, когда команда играешь, совершенно другие качества человека раскрываются. Доброжелательная атмосфера сказалась и на результате игры. Победила дружба. А в придачу к ней положительный настрой и отличное настроение. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика.